Экономический форум – это ближайшее будущее, а правительство работает над привлечением в приднестровскую экономику инвестиций уже сейчас. Премьер, министр экономического развития и глава Центробанка находятся с рабочим визитом в российской столице. Там у них запланировано несколько встреч, как раз по инвестпривлекательности нашей республики. Также в Москве обсудят вопрос увеличения приднестровского экспорта в Россию. К слову, это не первое знакомство экспертов из России с нашим инвестиционным законодательством. В мае премьер Александр Мартынов представил новый закон на площадке Московского госуниверситета. Среди слушателей был и советник президента России Сергей Глазьев. Он высоко оценил шансы на привлечение инвесторов в республику. Ранее в августе вице-премьер Сергей Оболоник и директор агентства по инвестициям Андрей Битанов посетили международный форум «Технопром» в Новосибирске. В рамках одного из круглых столов приднестровская делегация также рассказала о нашем инвестзаконе.